Сергей Лысенко и Александр Гаврилов вместе не только на сцене. Артистов объединяет многолетняя дружба. У друзей даже день рождения в один день. И отмечают они его по традиции театральным представлением для своих. Спектакль по произведению Танкреда Дорста «Я Фейербах» впервые показали на именинах 3 года назад. А в феврале этого года трагедию в исполнении наших актеров впервые увидел худрук Семен Лосев. Так «Я Фейербах» стал частью репертуара Страскольского театра. Умышленно заставляют актеров ждать, даже в период репетиций. Танкред Дорст подробно, достоверно и с большой любовью в своей пьесе описал всю театральную кухню, переживания и частые депрессии артистов. Сергей Лысенко, Александр Гаврилов посвятили всю свою жизнь театру. Тема пьесы им очень близка. Здесь она настолько близко ложится к востребованности актера играть, постоянно находиться на сцене, то есть репетировать. Не может быть вот этих вот пробелов, иначе ты оглядываешься и понимаешь, что ты не понимаешь, как жить дальше. Хотелось бы, конечно, чтобы взрослые актеры не пропадали в безвремени, чтобы они были востребованы, чтобы они были постоянно в работе, потому что без этого они просто не дышат. Спектакль получился довольно философским. Финал остался открытым. Зритель сам решает, триумф это будет или катастрофа. Не очень просто. Так сразу впечатлений много. Спектакль непростой. Ну, игра, конечно, потрясающая. Актера впечатляет. В следующий раз пьесу покажут в пятницу 6 мая в 18:30. Билеты еще в продаже. Справки можно получить по телефону 42 32 86. А в начале июня актерский дуэт представит спектакль на международном фестивале камерных и моноспектаклей «Люди-2016» в Орле.